Всем привет, с вами Дима, и сегодня будет такой ролик. Знаете, цыплин? Вы, походу, еще не знаете, потому что он и есть в приметах, понимаете? Вы мне не верите, а я сейчас вам докажу. Да-да. Вот он, они похожи. Они в точь похожи, да. Они в точь похожи, ребята. Все в точь похожи. Вот реально, что-нибудь забыли, блин. Ну, что-нибудь забыли, просто... Они в точь похожи. Вот реально, вот... Даже где-то скрините на это. Вот реально скрините. Ну, ё... Подождите. Я хуже, что придумал. Вы можете скринить... Вы можете... Вот так просто скринить. Вот так просто... Вот просто вот так можете скринить и все. Можете на паузу включить и просто скринить на это. Просто скринить. Просто вот реально. Не, ну почему? Даже он бы кушал все души выпускал. Он все души. Он этот койк маленький еще, да. Короче, я тут соспамнился. И смотрите на это все. Вы думаете, а что это за стены такие? Ну, они в точь похожи, да. Ну, только здесь темноватое, конечно, темноватое. Ну, просто дерево, я думаю, что это такое. Кстати, еще раз заметил, вот что. Вот это, они в точь похожи, да. Это какой-то баг. Понятный баг. Вот реально, лобочек. Ты зачем их скопил, эти штуки? Дальше я нашел какой-то баг. Какой-то. Вот эта стена, она просто. Ну, куда сейчас вам покажу. Если его выкинуть, я тут вспомнился там. Потому что такие вот реально. Когда я кидаю, то сразу понимаешь. Ну. Они похожи на вот эти, понимаете, похожи. Они похожи, да. Только они, вот эта маленькая, вот эта. Вот реально, она маленькая, очень. Она маленькая, да. Немножко маленькая, да. Они похожи, сигурно, на вот эти, да. Вот реально, что? Кстати, вот это похоже, знаете что? На вот это, блин. Я знаю, как это работает. Может, это какой-то баг. Вот вам вот это. Просто как-то. Вот реально, как. Да, просто. Они похожи. Вот в точь. Да. А вот такой твич, что я, типа, вы можете тут сесть спокойненько себе тут. Давай. Когда вы думали, что это обычный вертолет, типа ничего такого необычного, ну смотрите. И когда я спавню вертолет, он такой же, да, такой же. Просто такой же, вот реально. А запомните, почему ты скопил вот этого вертолета? Смотрите, вот этот. Он просто как-то держится. Он держится как-то, вот это вот. Они просто... Ладно, Бодик, зачем ты это скорпил? Я нашел вот что. Это какое-то непонятное что. Какие-то номеры не понял. Я вот реально, что это нашел? Ребята, расскажите, что это, я не знаю. Или вот... Там центр. Боже, помню, не знаю. Короче, вот такие вот. Это мой маленький. Ну, вы можете сами это проверить. И своими друзьями можете. Короче. Вот реально, как они могут таким быть? Я просто, когда я играл на этой карте, когда я скажу так, мы не замечали вот что, вот это. Я думаю, а что это такое? Ну несколько минут, слушай, я хочу ролик снять. А кстати, вот это похоже на вот это. Да, не в точь похоже на вот это. Вот это просто соскринить.
Сейчас попробую. Вот это скринчил, но вот это вообще. Сейчас убью это. Вот это скринчил, но вот это. Ну, как это можно сказать, блин? Они в точь похожи. Да, вы можете скринить это. Капец. Разработчик, ты зачем это делал? Кстати, кто не обращал внимание, что они просто вот так вот. Бия, ну, да они вот так вот шифы. Они вот так вот глазами просто смотрели на стену и все. Не замечаю вот это, да. Ты не знаешь, что это такое, типа, крутит его? Это луна, луна, луна это... У нас сейчас ночь там на двое, да. Просто уже до утра, ну... Это земля, в которой мы живем. Ну, она скость, сейчас вам покажу. Вы меня не видите, сейчас вам покажу. Я выключу звук, чтобы вам было все меня слышно, потому что... Ну, вдруг меня просто не слышно, ебанца. Я вам и прозрачная, да. Это... Я вам не показывал еще. Вы еще не смотрели этот... Блин, он становится большим уже. Да, вот это ракета. Вот это вот земля, которую вы можете прилететь. Да, она скользит. Ну, вот это солнце почему-то белым стоит. Знаете, почему? Ну, потому что... Кстати, если прийти на Луну, то бы... Да, она будет тоже насквозь. Да, ну, можно ракеты немножко быстрее. Вот просто... Блин, да не могу. Блин, блин. Блин, еще далеко. Теперь ракеты заспамлить. Ну, что еще делать? Вот это достаточно близко. А сантиметров и... Ну, капец. Близко, близко, вот реально близко. Вот, эта луна, она брожает меня, да. Это я чего лучше... Видите, она тоже прозрачная. Ну, можно на ракету её тоже вот наступить просто, и все. Короче. Просто, ну, я не знаю. Да, под картой лавы у меня... Под картой лавы даже я не знал, что там. У меня один подписчик написал, что там какой-то... Один подписчик, и на кто-то, ну, я до лойки его смотрел. Вот, непонятно, который вам лойк, который... Этот лайк, который вы можете посмотреть, да. Там уже посмотрел 203 человека. Это мои подписчики, да. Где я проверял на вот эту машину и спаскалку. Ну, я думаю, а что тут под картой? Я же ничего, пока никого нету. А ничего я не вижу, кстати. Что давайте уже. Ой, это что там? Видишь, что это? Где? Так, а это что? Это что такое? Это что такое? А что такое? Подписчики, а что это такое? Кстати, у меня чуть-чуть 1000 подписчиков осталось. Пишите исправить, потому что у меня стоит 1000 подписчиков. Вот. Подписывайтесь быстрее, блин. И вот это есть, которое... Кто-то... Что это? Ой. Сейчас портал это поставлю. Как взять? А, блин. Это вообще момент, что они где? Вот так, может. И просто заходим. А, это обычный дом. Понятно все. Короче, вы не знаете, что здесь что-то не так с предметами белыми. А что-то белые какие-то. Какие-то непонятные. Кстати, я хочу рассказать на патру, которой не было еще. И вот она, да. Это еще, они еще нашли, конечно, но вы можете сами это проверить. Зайди на карту лаву. А что она прозрачная? Короче, теперь прозрачная. Ну теперь прозрачная, ось поема. Да, она...
Можешь добавить их разработчик? Разработчик, если ты смотришь это видео, ты можешь добавить эту туру, потому что я добавил какой-то чёрный экран, блин. Кстати, вот этот карт тут похож на... Сейчас вам покажу, какую. Вот. Они похожи, да. Очень сильно. Кстати, все катусы, да. Они очень похожи на вот это. Да, сейчас это заметил, и думаю, а почему катусы у меня не так? Еще один катус, вот он там. Который тоже похож, ну да. Кстати, вот этот белый предмет, это похож на вот этими предметами. Да, я не знаю, как это работает. Ну еще здесь, да сколько можно. Вот этот картус еще был. Картус, вот реально. Разработчик, ты зачем? Ты зачем добавил просто из... Давай уже. Короче, это из... Разработчик, ты зачем их... Почему ты скопировал эти катусы? Короче... Не просто как-то, вот реально. А, кстати, там еще один кактус. Который я сейчас покажу, как он выглядит. Который похож серьезно на вот это. Вот очень-очень. Просто реально. Вот соскринчи на это, вот реально. Соскринчи. Это вам все было видно. Вот реально. Не знаю, почему это, как это работает, ну как-то вот так. Так, кстати, там еще один катус. Сейчас вам покажу, как. Он выглядит в точь, как и вот этот. Не знаю, можете тоже заскринить на это. Вот что это такое. Не знаю, но они посерьезнее. Так, сейчас. У меня еще тоже это заскринить, да, очень. Не знаю, как это работает. Не знаю, может это заскринить. Можете включить на паузу. Все просто. Я не понимаю, как это работает очень. Короче, у меня такие баги бывают. Просто капец. Просто... Кстати, я хочу игру Natural Labs, да, где там такие человечки. Типа брил там эту команду, какую вам эта игра на Руру, которая сильно похожа. Вы можете его скачать, но я не могу, потому что не можете его скачать, эту игру. Потому что Natural Labs его удалил. Не знаю почему. Эта игра была настолько популярна из всех. Ну, но в том месте занимает стат. А реально там, где мы такие машины, типа, вы должны стрелять по ним. И просто все и вот эти монетки. И вы можете... Кстати, я один баг нашел, Денджин, ну, цика. Там есть такой баг, что даже капец. Когда я буду... Я нашел этот баг, все равно не понял, как он выглядит. Ну, просто вот это, просто... Это настоящее солнце. Это портальные вселенные из петухов. Всем, короче, всем пока-пока.